Свыше 2400 интервьюеров привлекут к опросу жителей в ходе основного этапа переписи населения в Алматы. Такой информацией поделился глава городского департамента Национального бюро статистики Айдар Абильдабеков. В работе также задействуют 345 инструкторов-контролеров и 37 уполномоченных лиц. А вот в пунктах для проведения онлайн-переписи сейчас трудятся 146 волонтеров. Мы привлекли к участию в переписи безработных горожан, пенсионеров и студентов. Переписчики-интервьюеры привлекаются на один месяц. Каждый получит заработную плату в размере 104 тысяч тенге. На сегодня в Алматы онлайн-перепись прошли больше 260 тысяч человек. При этом 86% ответили на вопросы, используя платформу sanak.gov.kz. Другие 10% – сайт egov.kz. 4% жителей ответили на вопросы посредством мобильного приложения iTo.